Қайырлы күн, аса құрметті қонақтар, оқытушылар және студенттер. Сіздерді 1 қазан қарттар күні және ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Жылдағы қалыптасқан дәстүр бойынша халықаралық қарттар күні мен ұстаздар мерекесі университетімізде үлкен дәрежеде аталып өтеді. Бұл күні университетімізге талай жыл ұстаздық қызмет атқарған ардагерлер мен оқытушыларымызға ерекше сый құрмет көрсетіледі. Мерекелік іс-шара ұстазыма ескерткішіне гүл шағын қоюдан басталады. Құттықтау сөз әскери кафедрасының оқытушысы полковник Насыров Наджат Исмаиловна беріледі. Добрый день, уважаемые гости, добрый день, уважаемые наши ветераны. Сегодня в этот беспрекрасный, знаменательный день я от имени руководства военной кафедры, всех преподавателей, учебно-вспомогательного персонала поздравляю вас с этим днем. 1 октября – Международный день пожилых людей. Я желаю вам, дорогие наши ветераны, дорогие педагоги, долгих лет жизни, сколько нам еще отмерено, это знает только наш Всевышний. Самое благородное, самое нужное и самая полезная профессия – это педагог. Еще раз, дорогие наши ветераны, дорогие ветераны, педагоги, с праздником вас! Добра, радости и счастья, достатка вам в вашем доме. И как вот выступает сейчас глава нашего государства, с 1 января он дал конкретное поручение правительству, чтобы жизнь казахстанцев, жизнь рядовых граждан, и особенно тех, кто сейчас на заслуженном отдыхе, стало лучше, еще и лучше. И он дал задание, чтобы в 1,5 раза повысить пособия, зарплаты и пенсии. Поздравляю вас с этим днем и желаю вам еще более лучших и дальнейших успехов в этой жизни. Спасибо вам. Спасибо. Келесі құттықтау сөз қазыну ардагерлер кеңесінің төрағасы болған клиникалық анатомия және жедел хирургия кафедрасының көп жылдар бойы оқытушылық қызмет атқарған профессор Бекримишева Наталья Иннокентьевнаға беріледі. Я думаю, когда вы вступили на территорию нашего университета, у вас у всех на душе появилась радость. Все-таки все вы прошли довольно большой путь. Вы получили удовлетворение от своей работы. Я думаю, что сегодняшний день, который объединяет и День учителя, и День пожилого человека, он для вас знаменательный. Я думаю, что молодежь, которая вот присутствует здесь, она с любовью относится к своим преподавателям. А преподаватели, которые прошли путь, довольно длинный путь в своем университете, они, конечно, понимают, что это моя земля, мое все, что нас объединяет. Посмотрите, какой прекрасный сегодня день. Я думаю, это все специально, чтобы дать вам возможность пообщаться, поговорить друг с другом. Посмотрите, не случайно выступает сегодня президент. Это тоже знаменательно. И я думаю, что мы все с вами будем четко представлять элиту нашего университета. Сегодня мы с вами находимся на аллее, которая говорит о том, кто работал, с кем вы работали. И я думаю, что это очень важно и очень главно для каждого из нас. Поэтому я вас поздравляю с этими двумя праздниками, чтобы в ваших семьях было все нормально, чтобы у вас было здоровье, чтобы вы могли как можно дольше, до 1 января дожить надо это обязательно, раз президент обещает повышение, а уж потом будем приезжать, купим палки и будем ходить. Вот девушки сейчас тренировали старцев, надо было к ним присоединиться и тоже. Так что вот давайте держитесь. Держайте здоровье и всего самого хорошего. Құрметті қонағымыз, университетімізде 40 жыл бойы жұмыс атқарған Жылбаева Бақыт Жанғалиевнаға беріледі. Глубоко уважаемые дорогие коллеги, сегодня такой прекрасный день.
кто будет брать эти деньги? Ген учителей всех поздравляю. Есть такие проекты. Еще ген в преклонном возрасте. Желаю всем самое главное здоровье. Самое главное здоровье, счастье нашим будущим студентам, чтобы хорошо выучили, хорошие специалисты, чтобы были всегда самые лучшие наши университеты, наши всегда гордились. И процветание нашего университета. Спасибо. Рахмет сізге, құрметті жиналған қауым. Мерекелік шара Конкордия театрында өтеді. Мерекелік құттықтаулар мен концерттік бағдарламамен жалғасады. Барлықтарыңызды Конкордия театрына өтулеріңізді сұраймын. Қайырлы күн, аса құрметті қонақтар, ардагерлер, оқытушылар және студенттер. Добрый день, дорогие гости, уважаемые ветераны, преподаватели и студенты. Адам өміріндегі ең қымбат ардақты жанның бірі ұстаз. Осы бір қадырлы сөздің өзінде шексіз көп мағына жатыр. Барша адамзат қауымы, қоғам қайраткерлері, ұлы данышпан ғалымдардың да барлығы бір адамдарға қарыздар. Ол ұстаз. Білім нәрін сөйіп өмірде бағыт-бағдар беретін, білім есігін ашатын, бар шуағын мен өнегесін жас ұрпаққа арнаған ұстаздар мерекесі және халықаралық қарттар күні құтты болсын, ағайын. Уважаемые гости, дорогие преподаватели, позвольте поздравить вас с профессиональным праздником, с Днем Учителя. Своим ежедневным кропотливым трудом вы приобщаете подрастающее поколение к процессу познания мира, растите высокообразованных граждан, создаете условия для их профессионального становления, а следовательно, закладываете будущий фундамент нашей страны. Сегодня на нашем мероприятии присутствуют уважаемые преподаватели и ветераны, которые внесли особый вклад в историю становления нашего университета и развития в области здравоохранения. Уважаемые ветераны, дорогие преподаватели, желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов в вашей многогранной деятельности. С праздником вас! Университетіміздің қалыптасқан дәстүрлерінің бірі үлкендерге сый құрмет көрсету. Бұл тамаша дәстүр университетімізде жыл бойы жалғасады. Халықаралық қарттар күні мен ұстаздар күні мерекесі тұспа-тұс болғандықтан қазан айының басында бірге аталынып өтеді. Бүгінгі мерекелік шараға университетте ұзақ жылдар бойы қажырлы еңбек еткен ардагерлер және профессорлық оқытушылар құрамы қатысуда. Құрметті ардагерлер, оқытушылар, мерекелік күнде сіздерге деген бар ризашылықтарын университет студенттері ұстазыма деген тамаша мен жеткізбекші. Ортада жалпы медицина мектебі және фармация мектебінің бірінші курс студенттері. Қарсы алыңыздар. Мен маған сыйлады бәлемі.
наших дорогих гостей и преподавателей на сцену приглашается ректор Казанского национального медицинского университета имени Асфендиярова Нургожин Талгат Сейтжанович. Құрметті ұлағат достаздар, құрметті ардагерлер, бүгін сіздер өздеріңіз куә болғандай, сіздерді құттықтау мерекесіне елбасының халық алдындағы жолдамасын бірге тыңдадық. Бұл жолдама келесі жылға арналған халық алдындағы жолдамасы қандай мемлекеттік жұмыстары жүріп атқаны, үкімет қандай қызмет атқарып атқаны туралы елбасының аузынан өздеріңіз бірге, мен сіздермен бірге естідім. Мен бітіріп келгеннен кейін тағы да сіздермен 5 минут аяғында бірге тыңдап отты. Дорогие преподаватели, дорогие ветераны труда, я от всего сердца хочу вас поздравить с Днем Учителя, а также поздравить с Днем Ветеранов Труда. Мы ежегодно празднуем этот праздник вместе, и в прошлом году также праздновали, но сегодня совпало празднование наше с посланием главы государства. Вы сами были свидетелями, какие мероприятия проводятся главой государства со стороны правительства и какие мероприятия проводятся Министерством здравоохранения. Все это вы и сами воочию услышали. Конечно, не всегда нам вместе приходится сидеть и слушать послание главы государства, но сегодня, я думаю, вот преддверие вот такого праздника, когда мы вас хотим поздравить, вот получилось так, что мы вместе и услышали послание главы государства. Дорогие наши преподаватели, дорогие ветераны, разрешите вас поздравить еще раз с праздником, пожелать вам здоровья, счастья, и мы от нашего университета всегда рады вас видеть, не только празднование Дня ветеранов, а также Дня учителя, ну а также, конечно, каждый день, если у вас есть какие-то возможности, проблемы, которые необходимо будет помочь со стороны университета, мы всегда рады поддержать вас. Вы всю трудовую деятельность провели в нашем университете. Конечно, поэтому университет тоже должен благодарить вас за ваш нестанный труд и за ваше отношение, любовь к нашему университету. И с вами вместе сидят, конечно, здесь наши будущие поколения. Глава государства в своем послании сказал, что 2019 год будет годом молодежи, поэтому вот молодежь, кого надо уважать, с кого надо брать пример, это наши ветераны, это наши преподаватели, и есть кому равняться. Поэтому всех вас хочу поздравить с Днем Учителя и с праздником ветеранов труда. И пожелать вам всего самого наилучшего. Поздравительное слово от имени преподавателей Казанского национального медицинского университета предоставляется основателю кафедры эпидемиологии, профессору кафедры эпидемиологии с курсом ВИЧ-инфекции, доктору медицинских наук, академику Академии наук клинической и фундаментальной медицины Республики Казахстан, почетному профессору Амрееву Сакену Амреевичу. Рахмет. Енді бүгінгі күннің өзі
ерекшелігім болып отыр жаңа біздің ректор айтқандай біз президентпен қатар отырғандай болып сезіндік. Енді денсаулық сақтау білім беру дегенге оқысы бірнеше рет қайтып айтты. Енді менің сіздерге айтарым мандай бір изречение бар, енді осыны айтқан кісінің фамилиясы есімде жоқ, мен сіздерге соны айтайын. Чтобы быть хорошим преподавателем, надо любить то, что ты преподаешь. И чтобы еще лучше быть, надо любить тех, кого ты преподаешь, то есть студентов. Я хотел это особо отметить, потому что мы служим для студентов. Все остальное это вторично, первично студент. Самый главный человек в нашей работе – это студент. Мы должны их любить и хорошо воспитать, чтобы они хорошими врачами стали. Но это нелегкая работа, поэтому сказать, что у нас все хорошо, это было бы неправильно. Конечно, мы должны вложить все, что мы умеем делать, что мы знаем, каким они будут. Поэтому надо общаться с ними по-отцовски, по старшинству. Всегда им говорить надо правду и любить свою профессию. Наша профессия самая благородная. Я обращаюсь к нашим студентам, в белых халатах сидят, чтобы они помнили, где они учились и для чего они учились. Потому что все-таки нашему здравоохранению еще есть обида среди населения. Мы не должны это допускать. Я надеюсь, что вы будете преданным своей специальности. Спасибо. Спасибо вам большое за ваши искренние пожелания. В этом учебном году объединением юридических лиц Ассоциация специалистов формирования здорового образа жизни утверждена стипендия имени профессора Казбека Тулебаева, проректора по учебно-воспитательной работе нашего университета с 2011 по 2016 год. Бұл шәкіртақы бакалавриат студенттері, интерны, резидент, магистрлар мен докторанттары ынталандыру мақсатында тағайындалып отыр. Үміттерлерге қойған бас талаптар ол жеткілікті дәрежеде оқу үлгерімі, өте жоғары қоғамдық белсенділік таныту және салауатты өмір салтын ұстану. Шәкіртақы оқу жылына айына 30 000 теңге көлемінде беріледі. Для оглашения победителя конкурса стипендии имени профессора Тулебаева на сцену приглашается доктор медицинских наук, профессор, генеральный директор медицинского центра Эмили Сейдуманов Султан Турарович и доцент нашего университета, дочь профессора Тулебаева, Карибаева Индира Казбековна. Саламатсыздар ма, құрметті ұстаздар, құрметті студенттер. Бәріңізді бүгінгі төл мерекемен құттықтаймын. Екі үлкен мерекені тойлап жатырмыз. Ұстаздар күнімен, ардагерлер күнімен. Бәріңізге дендеріңізге саулық, отбасыларыңыз амандық, жұмыста үлкен тойлар табыс тілеймін. Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые ветераны, уважаемые преподаватели университета нашего, студенты. Я вообще благодарен, Павел Федорович, вам благодарен за то, что вы предоставили такую возможность сегодня поздравить ваш коллектив, вот, приглашенных наших гостей, преподавателей, наших ветеранов с таким предстоящим праздником, Днем Учителя и ветеранов. Днем ветеранов. Ну, то событие, о котором сейчас прозвучало, я хотел бы небольшой такой экскурс сделать.
здесь вот информация идет о Артабеке Агабуловиче. Вы помните все, что в конце 90-х годов в стране был создан Национальный центр формирования здорового образа жизни, затем была создана служба формирования здорового образа жизни, во всех регионах были созданы областные центры, в районах были созданы центры укрепления здоровья. Таким образом сформировалась такая большая служба, которая занималась вопросами профилактики, вопросами предупреждения заболеваний, формирования здорового образа жизни. И у истоков этой службы и вот этого движения, которое до сих пор продолжается, и здесь вот сидят мои коллеги, которые до сих пор эту работу ведут, стоял наш незабвенный Казбек Агабулович. Во главе стоял Айкан Аканович Аканов, и вот рядом с ним был Казбек Агабулович Тулебаев. Все, что делалось в нашей стране, не только в нашей стране, надо сказать, что опыт Казахстана был перенят, мы его ретранслировали в Узбекистан, в Киргизию, в Таджикистане, по нашему опыту, в последующем создавались такие службы. И эта служба, это движение стало первым, вообще, надо сказать, что в странах постсоветского пространства. И в этом году, где-то летом, ассоциация специалистов здорового образа жизни приняла решение учредить одну стипендию имени профессора Тулебаева. Здесь сидят вся семья Казбека Агабуловича, вот дочь стоит, супруга здесь, дети его братья. Я вас всех поздравляю. Вот. С этим вот сегодняшним событием, что имя Казбека Агабуловича, я надеюсь, через эту стипендию, через это будет дальше еще долгие-долгие годы в памяти вот всех нас с вами. Ну, что касается этой стипендии. Значит, летом было это объявлено, у нас ректорат поддержал в этом плане. Подало на эту стипендию 17 человек. Я вас всех участников, кто подавал этот конкурс, всех поздравляю. Вы все достойные люди. Но из достойных всегда стипендия одна. Потом, поэтому комиссия приняла решение. Была достаточно серьезная такая работа. И вот сегодня мы хотим вместе с Индирой Тулебаевой вручить вот этот сертификат нашему победителю. А победителя дам возможность сказать несколько слов Индире, она озвучит фамилию. Саламатсыздар ма, құрметті профессор Құлтұрсып Құрам, сіздерді ұстаздар күнімен құттықтаймын. Және осы шәкіртақының ұстаздар күніне сыйланатыны өте бір мәнді деп ойлаймын, себебі әкем ұстаздық етуден жалықпайтын адам болған, қасына әрқашанда дарынды, талантты, ғылымға, білімге құштар жандарды, жастарды жинай білген. Және де сондай жастардың бірі Қазбек Тулебаев атындағы шәкіртақының алғашқы жеңімпазы, жалпы медицина мектебінің 5-ші курс студенті Солтанай Жәнібек марапатталады. Алдап, әлде көп, мен оған сенемін, Жәнібек, құтты болсын. Ал ассоциацияны біздің әкеміздің салауатты өмір салтын қалыптастыру жолындағы еңбегін ескере отырып, осындай шәкіртақы тағайындағаныңыз үшін отбасымыз атынан рахмет айтамыз. Рахмет. Құрметті ұстаздар, құрметті ардагерлер, сіздерді барлықтарыңызды жеке мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Мен осындай ардагер ұстаздарды көріп отырғаныма өте қуаныштымын, себебі біз сіздер туралы тек қана өзіміздің ұстаздардан естіген болатынбыз. Сіздер ұстаздарымыздың ұстаздарысыздар, сіздер нағыз аңыз адамсыздар. Сіздерге бүкіл студенттердің атынан үлкен алғысымды білдіргім келеді.
Және де осы шәкірдақы е болғаныма мен өте қуаныштымын. Себебі Қазбек аға болумен бірге мен бірінші курстан бастап бірге қызмет атқарған болатын, әрқашанда белсенді студенттерді қолдайтын, студенттердің нағыз жанашыры жан еді. Енді бұл шәкірдақы егері деген атқа барынша лайықты болуға тырысамын. Қазбек аға болу бастаған салауатты өмір салтын жастар арасында насихаттауға барынша қолымнан келгенше еңбек етуге тырысамын. Және де мен профессор Аханов Айхан Аханұлы және профессор Төлебаев Қазбек Ағаболының көшбасшылық мектебінен өтіп сол кісілердің шәкірті болғанымен мақтан тұтамын. Рахмет сізге. Көп көп рахмет сізге. Уважаемые гости, дорогие преподаватели, поздравляем вас еще раз с праздником и предлагаем вашему вниманию праздничный концерт. Сегодня у нас в гостях профессиональные артисты и талантливые студенты кружка художественной самодеятельности университета. Урпақпен өмір жол жалғады, көңілдігін дер тусын алдан әлі. Ән шашу әсеміме әуен түрлі өнері. Бүгінгі күн сіздерге арналады дегелі ән тартуымыздыға оламыздар. На сцене студентка первого курса школы общей медицины Рахи Жанель с песней «Как много лет во мне любовь спала». И глаза свои открыла. Теперь мою не я любовь поет, и эта песня мне эхом отдается. Любовь настала, так как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется, и вся планета свои открыла.
Better than said I could have stayed up with you all night. Had I
поехали! This
мою, мити-мити, воля манила фарче тебе. Поди провино, вини, вода не торопито. Это мы шоу гнали, начали рейко. Работников КАЗНМУ в столовую нашего университета. До новых встреч!